Парижские теракты и усиленные меры безопасности не смогли отменить праздник Божоле Нуво. Каждый год в ночь на 3 четверг ноября в Париже и других городах открывают бутылки вина нового урожая из региона Божоле на юго-востоке Франции. Это считается началом нового винного года. В последние 20 лет праздник продвигают и за пределами страны, и неудивительно, от 40 до 50% Божоле Нуво уходит на экспорт. В прошлом году за границей Франции было продано 13 миллионов бутылок, свыше 7 миллионов из них в Японии. США на втором месте и с большим отрывом. Фактически каждая четвертая бутылка этого вина покупается в Японии, и там же из-за разницы во времени первыми начинают праздновать, иногда весьма своеобразно. Но, несмотря на усилия маркетологов, спрос на Божоле Нуво неуклонно снижается. Сегодня, по оценкам местной ассоциации виноделов, Божоле Нуво продается вдвое меньше, чем 10 лет назад. Годовые продажи составляют порядка 100 миллионов евро.